Ростове-на-Дону сегодня ликвидируют последствия мощного ливня. Улицы превратились в реки. Десятки машин потоплены. В одну из припаркованных машин попала молния. Удар пришелся на БМВ. Ее владелец, к счастью, не пострадал. Возгорание быстро ликвидировали. В районе городского вокзала движение прекращено. Дополнительные силы были брошены на улицу Малиновского и проспект Сиверса. По словам очевидцев, в этих местах вода достигала уровня выше колена. Пострадавших от потопа нет. На улицах работают сотрудники полиции, МЧС и коммунальная служба. Перекрыт и участок дороги, где в конце июня утонула школьница. Это улица Пушкинская и Буденовский проспект. Тогда девочку потоком воды утянуло под машину. Спасти ее не удалось. В тот день еще 7 человек пострадали. На улицах сталкивались машина, здание подтапливало. Движение было полностью парализовано. Следственный комитет возбудил дело по статье «Халатность» в отношении городской администрации.